Доброе время суток, дорогие друзья. Ну что ж, маленький короткий обзор Adidas 11. Ну, в принципе-то ничего сложного здесь нет. Но ту, которую я переводил, вы сами понимаете, у меня с английским языком не очень так, есть очень хорошо. Пришлось поработать через переводчик. Ну, у меня программа, ну не программа, а оперативная система для рабочей станции. Ну, так как ее не успели перевести, пришлось поковыряться. А потом я маленько ее обновил. И как она была в таком виде, вот как сейчас. А мне так как бы она не очень ни к селу, ни к городу. Для меня как там сами будете перебрать, там все остальное. Там были драйвера, но они там практически мои все стоят. Там есть какие-то программы хорошие. Они вам удалят. Вот. Они все бесплатные. А про версии все. То, что не стесняюсь, пользуются они портативные. Ну, про портативную программу сразу говорю. У меня пару видео есть, которые можете посмотреть на YouTube. И также, по-моему, там в Одноклассниках где-то еще есть. Но не об этом разговор. Смысл в том, что она переведена на русский язык, все сделано, все по-человечески. А драйвера потом она обновлена полностью. Так что обновление можете не ставить. Цифровая у них лицензия стоит, так как она присчитается серверная рабочих станций. Вот он дается какое-то время, блин, ну, точно не знаю, но 120 дней, может даже раньше, сейчас уже не знаю, как повернулся я, как по крайней мере, сам по себе их, как бы ключи вожу, но это будет потом. Интерфейс одно и то же, ну, как бы, как видите, он очень сильно поменялся, украшение такое довольно неплохое. Ну, есть загвоздка в том, что от 14 до 16 года программы некоторые, честно говоря, не идут. Так же, как и игры. Так что не стесняйтесь. Это чисто для фантазеров. Это 11-я версия. Не знаю, зачем они недоработанно выкинули. Ну, как-то мне она не понравилась, ни к чему. Я стер и вернулся как бы обратно на Firefox, на для рабочих станциях, обратно на 1941, ну, то есть 21H2. Мне более как способнее, она все принимает. Ну и также работу на сервере. Но сейчас у меня примерно она будет вот такая вот. Вот, здесь точно такая будет. Ну, правда, и крас поменял. Ну, там сами, если что поменять, разберетесь. Неважно. Настройки точно такие же, все по-русски, все. Здесь так бы набираете. Ну, и, ну, в принципе, то же самое все работает. Можете менять посерединке, где это все. Сейчас все работает по-русски. Сразу говорю, что некоторые программы Firefox. Ой, Firefox, ой, блин, что-то я с этим Firefox для рабочих станций, говорю, Firefox, блин, понесло мне что-то на него. Ну, не об этом разговор, но там то же самое можете сделать, и здесь то же самое выбираете. Здесь то же самое, только то же самое выбираете. Здесь то же самое, в принципе, одно и то же, все одно и то же, копия. Интерфейс поменялся, и многие... Ну, на Pro не пробовал, сразу говорю, может на Pro идет какие-то программы, ну, они не пошли, я вернулся, как видите, обратно на свою старенькую, но обновленную. А, кстати, у меня была система стояла GeForce-овская видеокарта, 10-я версия, так что кто просит 12-ю, как бы ничего, но видеокарта у меня внутренняя встроена, гиговая, 64-битная, как говорил, 12-я, но я практически не пользуюсь, потому что она, ну,
тупая просто, смысла нет с ней пользоваться. Она только для начинающих и не для игр. Для игр только, ну, не DDR4. Так, может уже обновилась, но у меня старенькая, но все равно. Так, что смотрите, как это все делается. Скачивайте по ссылке Windows 11, здесь 6-гиговая. А при вскрытии она будет уже 15-20 гигов. Плюс к этому, ну, она будет распаковывать и там все остальное. Ну, она в принципе как бы, ну, тоже вот. Вот видите, все здесь стоит. Ну и тоже вот и вставлено, встроено все. Вот. Что дальше? Так, ну если, конечно, непонятно, задавайте вопросы позже под видео или там в Одноклассниках, скачивайте эту программу Disney. Она уже более свежая вышла буквально в этом месяце. Вот смотрим, что у нас. Вот она. У меня локальный диск здесь есть. Сервер, я на сервере работаю. Сервер, я смотрю, как бы, ну, интернет у меня, все остальное. А вот для рабочей станции чисто работаю. Вот. У вас, конечно, появится одна вот такая. Или, ну, какой вы работаете. Вам что может сделать? То, что интересно. На 2 он не дает. Здесь можете поставить под любой восстановление, он покажет. Здесь можете ее поставить, ну, С, как у вас там она стоит. У меня вот D, например, она. Вот. Ну вот, блин, что-то заело. Честно, что она затупила-то? Сейчас мы ее снимем. Вот. По новой сейчас. Дисм. что на это разницы нет. На целую часу, потому что у вас будет. Делайте восстановление. Здесь у вас на C, где берете обзор, где вы скачали Windows 11, ставите открытие, вот оно у вас сразу будет Pro, там 11 рабочей станции, все остальное. Как видите, 410, 21, ну это какое-то время, 15 гигов. У вас, чтобы было 15 гигов, он загрузочный диск у вас. Вот. Что еще? Если вы нажмете вот сюда, форматировать, добавить загрузочный диск, ну, в смысле, можете, он вас попросит перегрузиться, но прежде чем перегрузиться, вам надо сделать опции, настройки, и как у меня нажать, сделать ОК, на восстановление загрузки сделайте. На это потом, когда перегрузится, будет синий экран, ну, там что-то F9 нажмете, он перегрузится. То же самое сделать восстановление в системе, как вот эту нажмете, все. А сейчас просто делать восстановление, обзор, неважно, на семерке, хоть на десятке будет, хоть на двадцатке, то же самое будет, перенесется моментально. Но не забудьте, что у вас было ровно 4 гига обязательно, если будет так будет тормозить. Ну и хотя бы у меня 2800 оперативная, как бы не оперативные процессоры. Вот. Мне раньше было Asus, муж Asus платит. Ну, неважно. Попробуйте, поставьте. Все. Можете сделать так, ничего не трогать, просто-напросто нажмете ОК. О, или красненькую покажет, или если покажет синенькую, как полагается. Значит, у вас загрузка пошла. Если красненько, значит, у вас места не хватает. Если места не хватает, надо убирать до 20 гигов, убирать, ну, как жесткого диска. А потом он полностью установится. Внизу здесь будет бегать всякая хрень.
У меня видео там есть, как с этой программой пользоваться, увидеть, как восстановление все идет через 10 минут плюс. Ну и в принципе все, она перегрузится и будет у вас сразу система. Ну, у меня она буквально 10 минут, потому что пожестче у меня побыстрее работает, потому что рабочая станция. Посмотрите, как, попробуйте, как работает, понравится, не понравится. Ну, в принципе, как-то так. Еще раз говорю, у меня там есть программы, все про, и почистите мои драйвера, уберете все мои драйвера, которые там есть. Если кто умеет, вручную поставит, ну, удалит папку Апдата. Так, ну, в принципе, все. И там есть Боснер стоит бесплатный, тоже сам можете его сделать и загрузить драйвера. Прототипные программы, они не устанавливаются, закидывать в папку D, или я не знаю куда там, CBD, и работать от них, чтобы чисто система была. Ну, всем пока, до свидания. Делайте комментарии, пишите, я вам подскажу. Я частенько или на WhatsApp, или, ну, в Одноклассниках. Увидите меня там, услышите, все вопросы отвечу без проблем. За вот эту оперативную систему, но еще раз говорю, все объясню, расскажу, все сделаю. Если надо будут какие-то проблемы, вопросы, суета, ну и все остальное. Всем пока, еще раз до свидания. Подписывайтесь, ставьте, делайте галочки, плюс-минус.